чего только исправил, все нормально ходить начал, так и не ходить. Ну, сука, прям выгнала. Говорю, хуйню сейчас начала выкидывать, блядь. Снимаешься. Даже не прикоснулась, только голову помыли, одела в нее, хотела сушить и фен тут. Все, блядь, за. Характер не помогли, блядь, это сразу нахуй послала. Да что мелочиться? Одним больше, одним меньше. Тем более вот так стригут красиво все равно все. Кто подстригал? Знаком. Парикмахер. Биржан зовут случайно? Нет. И стрижен ты шикарный. Особенно мне твоя челка нравится. И сзади макушки нет, не пойму. Так, я тебе предлагаю сейчас что сделать. Вот тут видишь, у тебя сильно коротко задничает, сам знаешь, да? Давай мы по ней сейчас все выровняем красиво, охуительно. Вот челку красивую сделаем, все как положено. А потом уже в следующий раз можешь оставлять вверх. Хорошо. Потому что ну, смысл сейчас вот эту вот портак оставлять. Лучше сейчас красивую стрижку сделаем, чтобы тебе прям шло. Хорошо. Договорились, а потом уже ты там в следующий раз сам решишь, куда тебе, что там, где я буду все там стоять. У вас будет реально время. Если я тебе сейчас здесь даже длину сниму чуть-чуть, а здесь вот этот потак останется. Разная стрижка. Как у Тараулы, естественно. Ну и у друга, особенно челка, вообще. Тут настроение поднимается, ладно. Да вот, я тебе клянусь утром, вон коробка стоит, я еще даже не выкинула. Блять, губа подстригла и рвана нормально. Этот долке зашел, блядь, сел и спен. Пошел вон, говорит, гнида. Ты чего, бля? Пошел вон, я куда пойду, похуй мне. А мы только исправили стрижку, он 5 месяцев ко мне ходит, а вообще знаю я его 10 лет. И он меня 10 лет, ну, вдвоем, ну, этот, я раньше в другой парикмахерской работала, в Саре Казбековом Тогасе. Он там стригся у хозяйки, это парикмахерской. А я ему, он мне написал и говорит, ну правильно, брось нахуй, ты вон, что он говорит, что он тебя постоянно не работает. И этот Айрлан меня стригется уже полгода, и он ему говорит, ты где стригешься? А он говорит, это море есть у меня во дворе. Охуительно подстригает. И дай номер, он дал. Этот придурок записывает, я сразу его узнала. И давай с ним угорать по WhatsApp. Говорю, ой, блядь, не знаю, таких не принимаю. А он не понял, пришел сюда. Меня увидел, говорит, Оля, ты что ли? Если бы я знала, давно пришел. Вот начал ходить месяца 4, справили тоже, сзади вообще жопу было. Это... Думаю, что, блядь, это... Ну, сегодня прям послали. Давно, наверное. Да нет, пипец, мне так надо же, новые фены. Пипец. Вот пришел нормальный чел, нормально работает. Даже если упал. Ну, стрижен ты пиздец. А этот парень тоже барбер? Типа? Да. Бахарский? Вообще, стрижет обалденно. Бесплатно подстригал? Да. Да? Если вот так бесплатно стригал, я повторяю, что там за деньги. А тебе кто мой номер дал? Это в ресторане. А, в институте? У меня тут еще YouTube канал. Единственный мастер в Казахстане, у кого YouTube канал. В Казахстане есть балкаши. Наши балкарские только мечтать могут. Ну. Давно начал? Ютуб нет, но у меня этот, в Ютубе уже 200 с лишним подписчиков за полтора месяца. Ютуб же не ТикТок. Это в ТикТоке ты можешь за месяц, блядь, сразу 1000 набрать. А эти 200 подписчиков в Ютубе все равно, что 2000 в ТикТоке. Либо в Инстаграме. Я вещь в Инстаграме не развиваюсь ТикТоком, мне не интересно эта тема. В Ютубе это серьезная платформа, то есть все, кто под меня подписан, это барби разных стран.
пишут совсем другое, там прямые эфиры люди. Там чуть-чуть посерьезнее платформа. Там немцы, анеры смотрят, комментируют, пишут. Россияне, узбеки, таджики, а тикток что там? И вот этот инстаграм обезьяны. Там надо бухать, хорошо бухать, потом видеоролик снимать сразу. Чё, бля, братан, бухнули, да? Там такие вот идут в тиктоке особенно. Вот смотришь, господи, откуда они взялись? Ну там реально, там Паша и еще как-то девку зовут, Чики-Пики, что ли, ёб твою мать, алкашня. Еще Жанка какая-то там есть. У нее прямо на лице написано, пью каждый день сутками, не просыхая. И люди их смотрят, и знаешь, такие контенты интересны, тиктоки. Из-за этого мне тикток не нравится. Я упащу. Я все-таки профессионал, совершенно не а этому барбер, блядь, он далеко пойдет. Просто если у него кто-нибудь придется, они к нему больше не скажут. Это вот эти, наверное, блядь, Абай у меня ходил, блядь. Тимирлан, блядь, и еще какой-то вот здесь. Он сходил у меня, пацан, клиент. А у меня мест не было, ему надо было срочно уезжать. Он пошел, как же это тут называется, какая-то хрень. Там торговый центр. Забываю, блядь, как тут все это называется. А здесь вот недалеко. Либо этот, ну, султан, блядь, еще и есть, блядь, там же. Этих базеров. Сейчас их много стало. 40 с лишним человек, 45, что ли, в городе. Как мухи. Ветер дует, они создаются. Ну, в армию сходил друг твой. С армии пришел, начал стричь. С тобой правильно говорить? Да. Базер, вот, великий. Самое смешное. А вы как это, экспериментальные кролики. Братан, приходи, я тебе сейчас красавчиком сделаю. Еще, скорее всего, в типе. Мне тут, как его, в инстаграм засняли, да? Нет. Нет, а то вот этот позорный работал, вот эти они любят в инстаграм выкладывать. Как не зайду, гляну, более-менее страшно. Когда первые барберы открылись, там, Рыспек, короче, кто там? Нуртас и Куар. Я им написала в инстаграме, ребята, сначала научитесь делать минет. Как научитесь делать минет, то в таком случае ваши клиенты будут у вас постоянно. Стричь вы не умеете обстоять. Мы так и не научились. Ни Куар, ни Сон. Стрекут погано. Смотрю их, нет. Тут ребята мне скидывают, их не работают. Инстаграм, бля. У меня полный инстаграм, ютуб, чисто вот как стригу, пацанами камеру ставим, так и записывается. От Адрия ничего не шлифуют там, не редактируют вообще. Мы тут недавно с одним парнем, с Алмазом, записывали. Ой, блядь, я ему говорю, Алмаз, ничего лишнее не болтай. А он мне говорит, да не, я молчу, я говорю, что, молчать буду? Дурак такой. А он что-то похудел, короче, за месяц. Прям сильно похудел, килограмм 15, наверное, сбросил, прям резко. И что он мне говорит, меня походу не стыдно. Когда уже камеру включили. Он говорит, я тебе что сказала, Алмаз? Ой, блин, короче. Ну, у меня, говорит, так же не бывает, чтобы похудел, блядь. Короче, а он, оказывается, выпущен был, я не поняла. И это... Всю стрижку как бы стыр, говорю. Я его и выложила. Он много набрал и просмотров, и лайков. Пишет, ну я тебе звезда. Я говорю, ага, блядь, с блестами, блядь. Три блядь, ну ты чё так этот, блядь? Я без задней мысли вообще запарил. Ну, блядь, что из-за этого? Теряется же сразу это ориентир.
И хорошо, вот это злокачество, да? Оно так все делает, не выясняется. Сейчас по контактам начнем писать это. У всех у них проблема. Пчелка, они не понимают, что такое пчелка. Их задняя часть. Ну, у тебя пчелка, блядь, я даже свои волосы распущу, у меня даже такой нет. Какая она у тебя была, видимо, стоит. Как у женщины. Нет, так стричь нельзя. Что, и так, представь, с людей просто деньги берут. Человек работает целый месяц, пашет. Родители работают. Вы берете эти 3-4 тысячи, идете и выкидываете мусор. А по идее, когда вы зарабатываете, родители ниже спрашивают качество, но забудьте даже. Им же просто так за красивые глаза не хватит. А вы, блядь, идете, а, ох, я ближе бы пошли. Ой, а что бы я сказала? Ничего мне не нравится, что сделали, блядь? Поправляйте. Да нет, она второй стоит. Домашний даже сесть вместе. А все не пожарный. Слушай, я рекламу не даю, никогда не дала, у меня же вывески нет. Визитки никогда не отвечаю. Если я дам рекламу, наши барберы умрут. Нет, ну я такое удовольствие предоставлю в этом году, хочу сделать рекламу. Что действительно похвастаюсь, что я единственный мастер в Казахстане, не просто так, у которого YouTube, у которого Рутуб канал, где ведутся и вылетки. Все российские вылетки. Они не сразу же умрут, повешаются, воски поджаты, и все отличные человек, да? Общественные похороны организуют. Барбер соков, сжигание интуиции, да? Мне жалко дышать на рекламу в мире за то. Она на лысо сделаем пока? Давай. Выходи. Ну, раз подольше походишь, верх отрастет. И там уже решишь, можно оставить такую же стрижку, можно будет подлить. Можно в сентябре отрастить, ну, когда похолодает. Может, потом отращивать там уже сами. Не лысый, подожди. Кстати, у него парикмахерское темно? Да. У меня светлее, да? Да. Знаешь, почему создают темноту? Ну, парикмахерское. Сейчас я это запишу так.
клиент сидит темно, мастер сам не хуянит, и клиент тоже не хуянит. Вы потом выходите, домой приходите, дома светло. Угу. Это все минусы ваши. В жизни не пойду в парикмахерскую, где мало света. Потому что мастер ни хера не может. Я тебе даже все остальное. Видишь, уже это у них еще вот так примерно. И то это у меня еще 16 лампочек только здесь. А у них вот, ну, примерно такой оттенок. А сзади вообще нихуя не видно. Видишь, из-за этого они сами ничего не видят. И они вас светят. Фу! Деньги пришли бы. Я, например, четко для себя знаю, да, я так и перетам, что здесь не деньги. А он делает мне четко, только там. Детей видит. Да, у них казанский, в принципе, выбора нет. А у этих был уплата, у этих Айтас, Майтас, Бургартас. Раньше там тогда открывали. А что, потом перестал? Да. А к этому Нур-Султану не ходи? Как же вот этот называется? Не Оптимис? А еще вот есть торговый дом. Здесь вот он недалеко. Аристы? Еще. Где, за 15-й школой. Там еще жилой дом вообще-то. Выше этажами. А на первом этаже, так понимаю, как-то там, я там ни разу не была. Там еще кто-то есть. Вот торговый центр у нас. Где 15-я школа? Там, наверное, еще шивают. Кулия. Кулии, вот сейчас рядом с Кулией Тимирлан, и еще какой-то придет барбер, не знаю, как зовут, у меня клиент сходил, очень охуевая, это стричка будет. А в самой Кулие придет Нур-Султан, он раньше на Шишевая 15, был вот недавно, он переехал, он недавно открыл там на Шишевая, и потом переехал в Кулию. Он раньше посудой торговал в Кулии, потом решил стать барбером. Теперь он барбер. Инстаграм откроешь, стрижку раздвинешь, и раз. И смех, и грех. И Микки Мастера у нас есть. Клин. Сейчас до хрена этих барьеров. Я так вот примерно считала, 45 человек.
знаешь, они все учились друг у друга. Абсолютно все. Ну, это твой друг тоже, наверное, у Барбера учился у нас, да? Ну, вот. Они сами, ребята, с речью не умеют, как они могут, почему научить других. За 2 недели. В Америке есть университет Барбер. 8 лет обучения на Варшаве. Да, они все пополам. Обычно вот одна парикмахерская, вообще одной машинкой все подстригали, да? 13. Еще, да? Только примером я тебе хочу сказать, что и нихера не подстригешь. Ну, если только козельки с нас вообще. У меня, наверное, старый адрес Казбекова 1 еще есть в списке. Я ничего не знала. Арбат, наверное.
Магазин шикарный. Чопки его переделаны, вообще, я думаю, не знаю, не писать. Нам бы сколько я был просить на этот телефон, чтобы она летели с каждой. Вот еще я там не включу. Сетка повыше, чуть-чуть. И вот так решите, там нет. Пойдите, я скажу, что за мальчик пришел. Чё ты в шоке так быстро? Тебе никогда не делали? Да? Ага. Это на лысо. Когда говорят, они говорят, ну, наши парикмахеры, на лысо. Они оставляют, это 0,5. Это обман. Тренер не берет то, что они хотят. Братан, мы сделаем, да? Да, давай. Ходит, блядь, 0,5. Давай, разная вещь. Ты такое тоже не видел. Это безопаска называется. Да, блядь. Это специальный барберовский лезвие, они для боков используются.
живишь половинчатый, который. Попал, говорит, да? Камеру сегодня дома забыла. Из этого у меня чуть-чуть настроение сидит. На зарядке оставила, блядь. Говорю, сюда пришла, я думаю, где камера? Короче, тебе не снимаем, короче, не сегодняшний день. А как я привыкла в день? Всех своих клиентов и всех вас полетели на эту гулять. Звездами, звездами делаем. Ну, с моей стрижкой, ладно, не стыдно. Сейчас вот как раз бока у тебя отрастут, подольше будешь ходить. И вверх, потому что вверх растет медленнее, чем бока обычно. Как раз у тебя вверх станет толст, как тебе надо. Ну, то есть в следующий раз ты вверх не стриги, у тебя он прям будет вот подлиннее. Самый кайфовый будет. Просто бока уберешь и все. Уже не торчает, ничего не будет, прям будет это. Сейчас равномерно подстрижены. И он тебя будет отрастать сейчас без торчков. То есть ровная макушка, все будет едино из-за этого тема. Потому что это, наверное, просто жопа была совсем. Не, не видишь, они думают, вы же не видите. Какая разница. Что там сзади, можно не сидеть. И причем все стригут, сзади постоянно торчит, да? Угу. Еще один у меня такой есть мальчик. Че не спросишь? Ага. Ага. Угу. Я эти мамы спрашиваю, где работать? Она говорит, на модели же. А, говорю, из-за этого у вас сын, блядь, вечно. Ага. Ага, у тебя мама тоже, наверное, там в секретном отделе где-нибудь работает? Нет? Голову сюда ложу, ноги вперед. Да. Прям знает все, блядь, эти. Посмотри, какой, блин. Хорошо видно, смотрел мой инстаграм. Ложись. Прям голову на спинку. Жопа, короче, да? Полная плечо. Только не бойся, ладно? Он мужик же все-таки. А будет щикать, надо щикать. Рожать будешь там долго. Потом выйдешь отсюда номерную и сразу удалишь, скажешь, да ну и нахрен. Будешь к ней не пойду. Да мне просто жалко, вы вот ходите, вот эти бабки, бля, реально, и родители сами зарабатываете. Пойдете, блядь, вам парашину стригут, блядь, на эти деньги. А когда вы работаете, блядь, спрашивают, а что так плохо, блядь, да? Вот постоянно же так, правильно же говорю? А мы идем эти деньги свои собственные на плохие продукты тратим, на просрочку. Хотя, когда вкалываешь сам
Все, я говорю, с тебя спрашивают, блядь, за каждый болтик, гаечку, блядь, за каждое движение, господи. А у нас, блядь, люди чуть-чуть этот деградируют, блядь, сидят, несут эти деньги, хуй знает зачем, за что и хуй знает кому, блядь. Хотя нужно, блядь, качественно стричься за эти же деньги и спокойно ходить. Так вроде не волосатый, но вот на лбу до хера волос. Смотри на себя. Прикольно, да? И сейчас будет-то не прикольно, сейчас подсохнет, сейчас будет жопа. Сейчас, ну так, я не могу сказать, что больно, но я не могу сказать, что это прям приятно. Баттерлан. Бля, чуть. Скажет, да пошла ты, все мозги вырвала оставшиеся. Блядь, прикинь, с первого раза садись. Первый раз человек, у которого с первого раза. Ты еще редко ей попадали, садись. Пол башки бивает, тропануло. Смотришь, это женщина. Чувак, это здесь, она просто это зажалась этими. Изменилась, да? Да сядь ты ровно, господи, там что-то как-то это заложишь, там вроде этот восьмого размера нет. Все, вот хотя все. Здесь тачок унесли. Вообще другой мальчик получился. Пошел таким ладом. А, залазь, она сейчас есть. Опустится, она помоется его. Это как четко между точками. Какой-то дерзкий стал, да? Не подстыдали? В шоке, что ли?
Че ты молчи, прямо в сутки, че так коротко или че? И ты просто вахуй. Вахуй. Ишь, я жесу. Я ж картинку делаю, ну что, что я все вижу с теми, с тем, чем ты пришел, на чем было работать. Ну, здесь же волос уже слишком были тоже по-другому. Каким материалом приходите, то и люблю. Не, я художник по волосам. У меня один клиент несколько лет назад, вот на WhatsApp написал, ты где? Я ему говорю, в Арбате. А я раньше фотостудию Кодек арендовала, потом торговый дом Арбат. Казбекова один. Вот, к Сашке, если туда ходите, фотки делать, знаешь, да? Да. Меня прям отдел напротив него был. Дверь. Никто не видел. Прям напротив него. Угу, это... Да я вот только вчера 3 месяца вот я ушла. Они меня заебали. Олени, которые стоят на улице, да я делала. Полностью ламинат внутри. Когда заходишь в прихожку, сразу ламинат коричневый лежит. Белые стены, это все моими руками сделала. На много лет это... У меня не было аренды там. Просто, как говорится. Но я от них так устала, они ничего не хотели делать. Ничего смысла от них, от бездарной личности. Вот это... А так это... Я говорю, я не рекламируюсь, ничего не понимаю. Я просто вот сейчас, ну, этот Кайрат, короче, ой, про Кайрат-то начала, я забыла, что я поняла. А я с фотостудии ушла в Арбат, а он мне пишет, а ты где, я говорю, в Арбате. Он говорит, ты что, в Алмату переехала, я ему говорю. А что, он говорит, я что, блядь, на художников потянула? Я ему говорю, есть художник, а он мне пишет, ты художник по головам, теперь хожу я по рукам, тебе этого не понять, пока мастер, когда от мастера своего, я же все фразы запомнила. У меня память просто вышла. Вот, с тех пор я, она это, не забываю. Переходы все у нас идеально. Все плавно, все четко. Шикарно, честно. Жарко, не тепло. Да нет, этот фен принес человек этот. Он сначала его домой повез. Я потом уже думаю, блин, надо было ему написать, чтобы он ко мне позвонил все-таки. Пусть бы они отдали камеру. Думаю, ладно. Один день выходной, блин, типа. Из-за этого вот этого чувака, вот Иван пишет, уже не хочу брать, потому что он такой, много у меня раз снимался, и его надо еще раз заснять. Ну ты четкий, блин. На моих понятиях, конечно, вообще выше. А если вверх был меньше, еще можно в бок. Я сейчас челка будет спокойно заворачиваться в бок. Без всяких нюансов. А это сперма вам же приносит каждый день переживание, экологически чистый со спиртом. Маме не вздумай сказать, так тетю такую встретила, ты пойдешь сейчас скажешь, полтинник, а такое чувство, что ей 20.
А мне еще на днях полтинника, она тоже сказала. Хрен скажешь, да? Но... Заводим эфир, который нас двигает. Сколько тебе лет? Лет 18? Лет 22. А, ты уже старый. 22 уже знаешь, у многих по 5-6 детей. Ну, по двое точно есть такие чуваки. Довольны или что? Да. Ага, сейчас выйду, скажу, пиздец, я подстригла на уставу. Зэка сделает. Нет, ну, так, ты скажи, наверх это во-первых. Во-вторых, стрижка была короткая. Куда же что? Спасибо.